А что если выпустили бешеную собаку? Назад, назад, актеры. Да-да-да-да, нормально. Динай, динай, динай. Не-не, я динай, засейвлю, у меня есть кнопка. Чё они стилят, так неинтересно. Если бой с тенью скрипа. Чисто в крипа не попадаю. Актёр! Собаку вытянули, ребят. Сейчас армлет, если включу, успею. Живу. Блин, ну это жестко. Блин, ну я вниз. Не надо, не надо. Вниз надо идти, дядь. Ладно, окей. Их тут пятеро, да? Репел есть? Есть. Делай. Делай грязно. Dirty mind. Кибиди доп, доп. Yes, yes. Йоу. Нормально. Что за спам на вставочку просто? Смотри, замедляется чисто. В инвизе под дегенаурой. А подожди, а сколько у него? Сколько у него? Стой, дай посмотрю, не убивай. 103 у него, 103 МСа, 103 и 5. Вылази, юзай Guardian Angel. Вылази, Angela юзай. Нет. Да, алло. Да, контент да, не руиньте, да. Поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если выпустили бешеную собаку? Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так как у нас Люкантроп является не метовым героем, сегодня мы попробуем сделать из него машину-убийцу. Прикиньте, лаборатория, там много шприцов в эту собаку впихивают, и она такая... Ну и, конечно же, это все мне помогать будет делать... Кто? Антонио? Здравствуйте! И Абдушка. Вот, и короче, сегодня смотрите, в чем прикол. Я, если честно, продумал в голове огромное количество комбинаций, как можно сделать. Можно сделать, чтобы от этой собаки никто не ушел, запихнув в него омника. Можно сделать так, что просто омник дает репел и условно дается еще Магнуса импауэр, и он там жестко всех разжирает. Можно так сделать. Вариаций куча, но все-таки остановился я сегодня на классической комбинации, а именно Люкантроп через Магнуса и все-таки... Либо Огра, либо Омника. Это мы сейчас решим. И, конечно же, вам слово, друзья. Как думаете? Ну, у меня сейчас вопрос к Абдуш. Кем ты больше всего любишь играть из этой игры? Можем и Магнус второй. Давай. Магнус 100%, ребят, чтобы был Empower. Опа. Все, Магнус, окей. Ну, в такой пик как будто вкусно будет. Омник просто полстолбца такой жоп. Ну, Омник, он в чем прикол? Я не думаю, что там будет прям такой овер-жесткий прессинг. И, в принципе, волка и так тяжело остановить, да, если он бежит. Так. Можно еще репел на лицо накинуть. Ну, давайте Джонни мне Омника возьмем. Давайте Омника возьмем. О, еще о, да. Во-во-во, точно, Омника. Смотрите, сколько контроля там. Омник, let's go. Ребятки, перед началом этого видоса обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube. На ТГ обязательно подписывайтесь, на ВК и на Бусти также у нас выходит контент немного раньше. Я напоминаю просто те, кто не знает. Ну и, конечно, напишите добрый комментарий вот тут вот внизу. Не, ну не конкретно тут внизу, а внизу, вы поняли, короче, в описании. Вот, я буду очень благодарен, если напишите что-нибудь приятное. Например, Антон Лох. Вот, если напишите, то будет приятно. Да-да-да, рубите правду матку. Не, на самом деле напишите, молодцы, пацаны, красава, вот так вот комментарий оставьте, кто напишет, отмечу лайком по-любому, 100%. Поэтому, ребятки, полетели! Ну все, поехали! Ну все, поехали! Сегодня у нас в целом видосик максимально простенький, но мы не будем торопиться уничтожать эту игру прям вообще жестко. Постараемся собрать огромное количество сильных именно слотов, даже без сапога на Люкане. И это будет, по идее, очень весело, очень интересно. Очень круто даже, я думаю. Люкантроп у нас очень слабый в этих патчах, поэтому надо что-то придумывать, чтобы оживить этого героя, чтобы можно было, как говорится, вот с друзьями. Вы зашли, да, вечерочком под пиво, как говорится, осуждаю, я не пью. Под пивом так посидеть, там поиграть, да, что б сделать такое? А вы берете, типа, и этого Люкантропа забафаете и кайфуете с игры. Просто так на нем играть никто не будет, потому что герой очень слабый. И если бы у него ульта кдэшилась 40 секунд, да, условно, то было бы нормально, я думаю. А так минута и 18 секунд длительности, при том, что куча багов, это неинтересно. Но ребята вот разбавят сегодня.
Justice Shall Be Done сделает. Волки были бы как раньше порядок. Да, волки вообще мусорка, вообще. Вот глаза можно. Мужики, нам, по-моему, спуститься надо, потому что мы тут не заберем. Но это в два стана, мне кажется, тяжело будет. Ну, очень много демеджа надо внести еще. А ну дай ему молотком. Чапалах. Ну я отбросил вроде. Да. Опа, ну пошла заруба. Ой, найс тайминги. Руну беру. Ах ты, мангуз забирает. Все, давай. Леонтьев, давай. Леонтьев. Ну, мне кажется, забираете, ребят. Давайте, удачи вам. Тако, ну все. Нормально, Леонтьев тут при чем вообще? Леонтьев. Что? Пацаны, вы не против, если я сапог не буду покупать в этой игре? То есть ты на нас только рассчитываешь, да? Конечно. Я же всегда так делаю, даже на стримах. На подписчика надеюсь. Катку лузаю. Ну, значит, здесь так же будет. Спасибо. Мне недавно вопрос задали, почему ты на Магнусе всегда берешь фейзы, а не арканы. Потому что играю на миду. Вот я так же ответил. Играет на миду. Что тебя вчетвером драть пытаются, и чтобы ты от скиллов больше мансил, пытался двигаться, я сказал, вот что фейзи тебе больше актуальнее, чем арканы. Да арканы, нафига ему? Я ж не в четверке. В четверке всегда арканы. Лол. Абсолютно нот. В четверке аркана всегда, пожалуйста. Слип кнот. Мне вообще пассивку качать? Я не знаю. Слушай, ауру, мне б не сдохнуть сейчас, хорошо. Я не знаю, ну смотрите сами по лайнингу, как бы не торопитесь игру это заканчивать, потому что я хочу именно грозный контент такой, лайтовый, не лайтовый, а именно лайтовый такой, чтобы можно было прям покусать ноги. Прям... Ну смотри, они напрашиваются, их вытирать или нет? Душите их нафиг. Понял. Душите их. Вот, у меня Лина тут что-то агрессивная, там, Драгонслейвы. Можешь забежать в них, вот, подать? Я под крипами что-то не хочу. Вот Антон под крипами. Хорошо не под спидами, осуждаю. Хорошо, что не под грибами. Под грибами. А что если в доту добавить новый артефакт, грибы? Типа, когда ты их хаваешь, впадаешь в транс, у тебя, короче, МС повышается, типа, АС немножко уменьшается и добавляется армор. Было бы актуально. Есть шанс отравить. Ну вот типа в этом смысл, типа ты отравился, дамага упала, но МС возрос. Типа ты, тебя штырит, ты бежишь. Нифига я, блин, генератор новых артефактов. Ты из опыта своего, что ли, это все знаешь? Не, я типа просто придумываю на ходу. Чайк продамажили, можно попробовать как-то Леона убить. Короче, я когда даю репел, это типа с расчетом на то, что ты забег. Ну типа забежишь, потом... Прибежишь. Забег. Можешь забег? Попробовать сейчас. Бег. Ой, я не про такое имел в виду. Нифига там. Опа, что за кентавр большой с репелом? Извините. Это что? Это карта Муму? Так, я так специально. Извините, это карта Муму? Видишь, психология как работает. Он думает, что он под репелом, типа, а, лох на умнике. А там оказалось, что мы ему... Оказалось, что лох-то на Магнусе вообще-то. Оу, нет. Внезапный поворот. Я ему дал пауку. Я ему дал паука. Что? Ты что ты несешь, дуралей, нахи надеюсь. Ну Лина прям, конечно, ну Лина. Напугал. Напугал. Хорошо не попукал. На кукан. Что-то знакомое услышал, да, Абдушка? Сильно. Что-то знакомое. Я тебе его, конечно же, не буду. Не буду. Ой, дубль дамич. Дубль дамич. Ну, Лина как бы full free, но не full free. Я, в принципе, тоже что-то фармлю. Это как понять? Как full free, но не как бы full free. То есть ты на супер метовом герое не убиваешь, да? Я тебя понял. Да, она просто слейвит, и все, я фармлю. У меня что, 26 крипов мне хватает. Fucking slave? Fucking slave!
Сейчас шестой вот этот с этого апа, она в таверну улетает. Меня... Ух, как кусает-то! Кританул. Ой, ты как кусает! Мужчинский мужчина кританул. Вообще укусил за булочку ее, за огненную. Нормально, первый ультимейт успешный, кстати. А когда не успешные были, да? Мне так нравится, как он бьет, так смешно у него такой есть. Попробуй. Такой анимация, чапалах такой. Посмотри, видишь, где я стою, туда попробуй закатить, он тут закроется. Кстати, да, да, там в тексты можно подзажать. Интересная механика. Так, хорошо. Не смотрел я гайды где-то. Да там элементарно. Пидишь, винишь команду. Nice гайд. А, ну это я знаю. Я смотрел этот выпуск. Ох ты, меха! Лина, меха! Он сильно заморачивается, не надо. Видос открываешь любой. Ты не устала, деточка? Она лагуну мне бегает, хочет. Да, лагуну хочет впесурить меня. У меня нормальный армлет есть, можно жить. Надо пятый дапать. На пятый у тебя армлет? Не, говорю, пятый левел. Не, у него армлет на пятый. Да, да я ж без сапога быстрее фармится. Очень имбово на самом деле. На топе руну кто-то подсобрал. Оп, не попал. А, вот оно чё. Хорошо. Понял. Но он же попросил быстро не заканчивать. У меня тут вак моменты были, сорян, я не мог ответить вам. В АФК был. Нормально, красиво раскидал молодых. Молодого, здоровью. Здоровью. Красота, Аби. Вот это была красота, Аби. 12-й микрорайон у Найкса там. Давай посерьезнее, пожалуйста. Куда еще серьезнее? Бабочки висят. Аркадий, расскажи лучше о машине своей. Ну, машина не кушает ничего. Что она хочет от меня? Ты меня не убиваешь. У тебя есть замедление, какой-то арбат. У меня есть армлет. Лина очень злая, конечно. Блин, я фуловый прилетел, у меня хп нет уже. Она какая-то звая, через хп. Звай! Звой, Серега. Звай, да, звой. В английский, ладно. Надо с ней что-то сделать, короче. Похилишь меня, старый? Давай. Спасибо. Старый. А что ты шмотки не обузишь? А, у тебя нету ничего? Ты же что тут обузить у меня? Мне что, люкантропа до скелета раздеть, чтобы подобузить? Да, исхудать надо, а то что-то раскачался, там посты какие-то. Нормально, я через Мамезию пойду. Мамезия? Мамезия, да. Это типа как магнезия есть в зале, там руки мажешь, чтобы штангу держать, а тут Мамезия. Так вот, о машине. Ну, машина ничего не кушает, но вот сейчас начал чуть поднабирать. Сейчас вот в зал пошел. Кстати, есть тренировочки. Тренировочки в телеграм-канале я публикую, ребятки. Поэтому, кому интересно, заходите. Конечно, я не овер-здоровая машина, но что-то подсказать могу. Опыт очень большой. Поэтому заходите. Вопросов не должно быть. Факты. Там, чекайте, каждый понедельник, среду и пятницу публикую, что делаю. У нас вот. Еще фудблок есть в телеграм-канале. Кто есть? Фудблок. А, там, где чипсы надо кушать килограммами. Ну да, так, полезно. Да там постоянно кто-то что-то публикует, картошку кто-то. Вкусно. Слушай, ну я тэшку хочу побить немножко, можно?
Нет. Блин. Ну, ма. У меня ко второй. Сын, вставай, ты достал спать. Ма, ну мне ко второй. Что это второй? Это второй, это мем такой. Ну ты сам говоришь ко мне ко второй. Это второй. Мне ко второй, между прочим. Так, а у нас есть импровер? А, найс, у нас импровер вообще раскачанный там. Я вот... Я вот думаю. А что он делает? Смотри, он еще... Он еще и фидит. Смотри, что делает. Ну ты вроде жив, живич. Ну Лины нету, пацаны. Если че. А я их подстоплю, чтобы тебя не убили. Жесткий разворот сделаешь и убьем. На фитте лучше. Могу только вот так вот дать. И давай, разворот. О, ну я хотел, хотел. Давай, все, всем пока. Найс, разворот. Если меня убивают, то Антоха виноват. Ливай. Хорошо, я бегу. Помогите, помоги, Аркадий. Да, да умри ты уже, блин. Что вы так их душите? Что вы их боитесь? Ладно. Давай это. Давай посерьезнее. Удачи. А что это такое? Давай посерьезнее. К чему это? Там есть мем, когда идешь играть в стаки. Есть один чел, который потеет, но это, наверное, в дефолте у всех. Один, который больше всех потеет, а все остальные на его спине вытаскивают. Там есть мем, где остальные все вот на этого потея, потеющего говорят, когда проигрывают. Давай посерьезнее. Давай ты посерьезнее. Чё ты не тащишь, да, типа? Да, да, чё ты не доигрываешь? А, ну, в шутку понятно. Все, я понял. И шутки, все серьезно. Тут Аркадий не серьезно относится к игре, вот это сразу видно. Не, ну к контенту серьезно, а так игра игрой. Игра игрой. Игра игрой и молчи. И не выделывайся. Так, ну башер я по-любому буду делать, правильно? Игра игрой, да. Игрой да, братья. Икра, икрой. Игрой да, братья, сразу понял. Он сразу понял. Обходят, помоги мне. Обходят. Смотри, смотри, вот Лина. Вот он. Вот Лина. Да пусть бежит, дайте ей пофидить-то, ё-моё. Опа. А, не попал. Ясно. Кукол, кукол, какол, какол, эпл, эпл. Что за кукол, кукол, какол, какол? Немножко не так поется там. Там. Как сейчас, ну, подожди. Еля да заги, о! Чё, Галя? Всё. Егаля, о нагу. Вот это там. Туку, туку, тако, так. Так как там? Эу, побежал. The fuck is going on? Души его, души, да убейте этого пуджа. Ой. Фигнёй занимаетесь. А, чё, мне его слить? Я могу его слить прямо сейчас. Сливай его. Блин, не тяну Рошан. Надо башер. С армлетом буду полдня забирать его. Понятно. Не осилил гриномеса большого. Да, 11 минута, но типа армлет и мом. Даже плюс бусты, у меня сотка урон, но не тянет герой. Не тянет. Авторитетное мнение хочу узнать. Сегодня рубрика вопросов. Авторитетное мнение насчет тролля. Можно? Ну, как вам герой? Да кусок говна, а не герой, дядь. Абсолютно. Фактически. А, он развернулся, зачем ты дерешься? Енот. Учила ник енот. Ехот. Бешеная курочка. О! Вот был бы я подписчик. Вот ты бы. И написал бы, знаешь что? Вот так вот. Саур. Нет, да, 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 какой же это... Они причем это специально, вот на, прям на зло как будто делают, а потом пишут сори. Это как человека на улице ударить, а потом сказать, извини, пожалуйста. Сор, автоатака. Да, 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 сорян, что-то сегодня нервы, что ли, так это твои... Кстати, я когда ему репел даю, у него не работает рот. Рот. Его не работает рот. Его не дамажит просто. Нет, а так... если не дамажит, то и не работает. Да нет, ты фигню не неси, дядь, ты чё? Не, ну с глимером же так, правильно? Значит, ты с репеллом? Нет, с репеллом не так. С репеллом все работает, с глимером не работает. Так я не понял, где мой эмпауэр? Мне надо зафармить стаки. Нажми рот. Ааа, эмпауэр, говоришь? А ты кто вообще? Можно эмпауэр, чтобы стаки зафармить? А, я еще один левел апну, чтобы он был апнутый. И прилечу. На чем, на самолете?
На самолете музыка играла. Что на самолете? Спасибо. Ну вот не дамажит. Че я не так говорю? Да дамажит, все. Ой, вот так вот там. Его сейчас. Ладно, я жестко умру сейчас. Вы рады? Я умираю. Жестко умру. Ну я ж для чего тебя позвал, видос, чтобы ты жестко фидил. Верно. А не бегал, убивал всех, как Антон обычно. Ну видишь, мы как с Антоном балансим, он всех убивает. А что пушка мне тут привел? Он тебе это, подарочек привел. Да. Рыжий. Ну это хреново, он сейчас стаки заберет. Да, но там стоит стаки. Да, я так и знал. Да ну слишком, я не могу. И Лина еще тут где-то. И Линукс. Ну ладно. Конечно, я не могу. Да где? Выключи куру, плиз. А, у Лёрика. Я не могу. Как мне? Я, то есть, понимаешь, я сейчас на фул хп. Ну, на фул. Я с включенным армлетом подошел, ударил и не успел отойти даже. Ну, это, возможно, из-за сапога, но... Ладно. Не переармлетил просто. Ну, кстати, ребята молодцы, что-то какую-то оппозицию, да, пытаются давать оппоненты. Пашер есть. Сейчас, у меня есть форма, в принципе, ребят, можно подвигаться. А, работает, ты решись. Да, работает, ты что, не тупи, дядь. Кринж, просто кринж. Пошел раздамаг. Механика, но... Механи помог. Механи помог. Механи помог. Я в принципе. Эмпувер есть там. Все, погнали на топе, покусаем за ногу. Тебе, по-моему, там ГГ, дядь. Я сейчас сам тут подпинаю. Ой. ТП нет. Ой. Да нормально, я тут покусаю за ногу снайпера. Двоер держу на мидле. Бедолага. Да блин, как тяжело контролить. Когда он... Он, короче, выходит из... Когда из формы, он вообще неуправляемый. Просто он чё хочет делает. Такой бред. Ой, как кайфово, блин. С контролем. После формы. У многих героев такой баг есть, но у Ликана он вообще бешеный, потому что там метаморфоза это почти 2 секунды, и у тебя 2 секунды бесконтрольного героя. Какой бред. Какой бред. Так, я с геймерком, я с раскачанными скиллами, можно жестко пайтиться. Так, Антоха подстакает. Давайте я пока буду одевать героя, на скади нужен. Скади, Кираса. Скади, Кираса. Так, ну я постою тут, вы же не против. Эй, Масуры, так, а ту. У нас пуш активней какой-то. Мне пуш, это не нравится. Пуш, пусть его убивают там, дядь. А, ладно. Он очень жирный, конечно. Они его, прикинь, не убивают. Я его транквилу убиваю. Арпи дать. Не надо пока. Что сделать? Арпи дать, пацаны, могу. Если мы будем драться. Братца, я бегу. Вай, я очень далеко. Я далеко, но бегу. Фурункул, подожди. А все уже. Давай, и жестко в стелсе добегай до него. Бешеная собака. Найс, баш стримеру подкрутила. Ясно. Ант подкручивает, написала Анту ВЛС. Аф, я иду, сейчас я слышу, чувствую запах снайперов, дедов. А почему я понимаю, что ты гавкаешь? А почему я сейчас умру? Не думал об этом? Рипл. Хорошо. Давай, здесь жестко дись. Только жестко. Кстати, встань перед хуком, чтобы он не застилил. Жесть. Сразу видно, не владеешь стилерскими искусствами. Да ты... Мне герой не бьет, просто фигней занимается. Ладно, я забужу. Что ты делаешь? Оставь. Вот он бы остановил тебя просто. Да он...
Ничего бы он не остановил, камон. Вот, смотри, он ему в чат пишет, смотри. Смотри. Простите, мужики, у меня... Чисто стандартный школьник, я не знаю. Нет, это абуз один раз в игру можно сделать. И, ну, как бы... О, угадали. Ну, чисто флаг посмотрел. Арбуз. Он тэпнулся, он тебя через шиф застанет. Да ничего бы он не тэпнулся, не застанет. Ладно. Сила русских. Что за стампит? Стампит, чтобы догнать. Хен. Тебя узнали. Меня спалили скорее. Тебя спалили. И узнали. Пойдем туда. Давай. Попробуем Роши забрать. Я думаю, заберем под эмпауэром, под всеми кнопками с башером, то уже точно. Полетели. О, так с Лёриком мы сейчас заберем 100% вообще. Я посмотрю. Мне страшно? Да нормально. Да что так, я тычку не могу дать. Лол, я просто простоял секунд 7, наверное, сейчас. Ну, 5 секунд точно, я просто стоял. Стиль, стиль, стиль. Ща, подожди, рукой. Рукой добегу застилить. Нет, он вейв мог дать. Антоха, мы тебя не слышали, если ты говоришь. Да, кстати, ты потерялся. Как обычно. Только сейчас понял, наверное, да? Да, он стоит такой, не понял. Не понял. Не пробовал переустанавливать его? Пробуй браузерную версию. Браузерную версию. А они у него вообще там что-то говорил, не заходит. Мы тебя до сих пор здесь слышим. Если ты уже перезашел. Брайзерс версия. Брайзерс. На удивление, тиммейты хорошие попались. Надо вот этого пуджа минусануть. Да, слышать это, да? Да, теперь слышу. Он ходит, всех убивает, так нечестно. Ну типа да. Но реально он не нужен здесь. Смотри, тут усилитель псиной силы лежит. Псинистой силы. Я бегу, бегу, бегу. Чё, Аркадий, не надо? Я? Иди. 20 секунд иду. А ты можешь её понюхать, Антон? Чем пахнет? Какашка. Сейчас пульс заберёт. Я с него сниму её сразу. Чтобы не было, дай ему. Найс, спасибо. А так тоже нельзя, да? Ну ладно, это все равно. Тут ДД, замирай, да, только берет репел кидает. Так, а я думал, можно так обузить. Просто. Рано тебе еще думать, Артём. Артём, ладно, это мем какой-то. Да. С Артём. Этот мем. Будем убивать? Идем, идем, там много. Я иду, иду, у меня каракатица скадивная, готова. Кадудул. Кадудул. Далеко нас, далеко. Обиби. Стой, стой перед хуком. Нет. Оу, ноу. О, нет. Смотрю, нет, форму. Он только убивает. Форму нет смысла юзать. Так неинтересно, он убивает только. Ладно, давайте. О, есть смысл форму нажать, полетели. О, Антонио, эмпауэр нужен. Дал. Ой, жесть. Укусил. Во-во-во, понеслась на вставочку. Дальше шашлыка не было. Вот, я чувствую запах косточки. Да ты, блин, куда ты? О, я застопил его, стою. Он не может пройти. Кукол, кукол, какол, какол, пепл, пепл. Опять. Давай, давай, сейвли, сейвли, Антон. Вить-вить? Да, вить-вить. Я нажимаю уже Ctrl-3 на автомате. Не срабатывает. Хорош. А у тебя на Ctrl-3? Он на по дефолту на Ctrl-3. Он по дефолту на Ctrl пробил. Кого?
Да. А может потому, что у тебя бинт первого слота на пробел? У меня как раз там тройка. А, ну, кстати, да. У тебя на первый слот на пробел, да? Ну да, везде. Вот, вот она в чем прикол. Что потеряли дрянги? Дрянги? Угу, бабл, бабл. Хорошая РПшка сегодня. Да, РП хороший, жалко, я далеко был. А мне подтянуть не было, к сожалению, КД. Да надо пуджа как-то слить. Он мешает, жесть как. Надо, чтобы терпи. Они чуть подкомбэчили. Терпи, да распушивай. Как завещали предки? Что, терпи, да распушивай? Это какая-то, знаешь, это что-то подумывается, что чел какой-то такой, это в избе вот этой, да, такой старенькой, такой, терпи, да распушивай, знаешь, такой, типа, и ты, и там перед бабушкой какой-то что-то, ну, рассказывает какую-то эту басню. Старенький. Не-не, это эти предки Фуриона так ему завещали, как ему нужно жить. О, старый помидор. Терпи, да распутывай. Распутывай, да пеньков создавать не забывай. И ВТВ, кстати. Да, пишет уже мне тут в личку, начинается. Пуджа надо слить. Пуджану сейчас я баф дам. Делай вид, что ты что-то нажимаешь, пусть пуджа убьют. Его закончилось. Я не знаю, он бесполезный какой-то. В плохую сторону убивает всех. Ну, типа, да, контент ломает. Что, не помогает никому? Пуджа да пусть. Я пытаюсь врагам помочь, наоборот. Рипелла там закидывает. Помню я такого умника одного. Да я не знаю, зачем. Еще все. Все, пусть сливают его там. Да, они жесткие слишком. Они вдвоем, прикинь, всю команду вражескую разложили. Ладно, я стилю. Ладно, не бежите. Я не понимаю, ну что вы делаете? Вам за это... Руините, напишу. И там один человек остался до ФФ. Да, ФФшка один чел остался. Ну, походу придется еще одну играть. Надо вообще всех покикать. Просто я не знаю, я пооставлял лоу этих. Лоу. Все, ГГ. Джи-джи. Ну, первая игра максимально странная. Не дают. Надо покикать всех вообще. Всех вот, кто фуловится. Потому что это... Я создаю приватки. В приватку зашли. Ну, ладно. Сейчас что-то придумаем. Надеюсь, получится поинтереснее. Погнали, next TV. Так, ну что, ребят, у нас уже рекатка произошла, сейчас будет настоящий, правильный, годный контент. У нас есть Найкс, у нас есть Омник и у нас есть Магнатавр. Тут комбинация будет, на самом деле, простая, именно будет комбинация та, которую я и хотел делать, но в первой игре мы немножко, так сказать, приценялись. Здесь все-таки сделаем Люкана, которого я изначально и хотел, и продумал в голове. Люкан будет такой, от которого невозможно уйти, сложно потерять и тяжело забыть. Там вот этот, короче, поняли, да? Вот. Вот этот Люкан у нас сегодня будет. Соответственно, Найкс берет Омника. Омник запрыгивает с Найксом в меня. Ну, не конкретно в меня, но запрыгивает. Вот. И подбафывается это все прекрасным у нас Магнусом. Вот. Так что такая вот стратегия у нас сегодня. И будем пробовать, получится или нет. В этой катке должно быть поинтереснее. Тут уже все свои игроки, они все, в принципе, знают, что нужно делать. И не будет такого, что там какой-то рандомный парень будет просто торопиться там куда-то кого-то убивать, то есть ломать этот контент, самый вот этот сок вот этого билда, да, полный раскрытый. В начале игры, в середине и в лейт-гейме, да, вот, то есть, ну, будет немного интереснее. Поэтому, ребят, перед началом видоса, добрый комментарий, лайк. Подписка на YouTube, на ТГ, на ВК, на Бусти, на все соцсети. Короче, чтобы не потеряться, подпишитесь и полетим. Этого нету еще, эй, тормози. Еще самое главное. Еще, да, слушай, ну не, если предложат, я заведу. Это будет стимул хороший себя в порядок привести. Я ж не буду пузо с куфа показывать там. Ну да, в принципе. Логично. Короче, когда когда натренируешься, тогда и заведешь, да? Вот, ну типа не... Степень, если да, мне предложат степень. Хорошие деньги за это, я готов. А прям хардкор ты готов? Прям вот совсем? Не, ну не так, что мне там, блин, не знаю, огурец в жопу пихают. Да нет, нет. Это еще по минимуму.
Осуждаю. Огурец в жопу, это вообще прям... Вот тот арбуз, который я держал, его прям. Солененько так получается. Арбуз, арбуз. Спасибо. Пуджи пишет, спасибо. Так, пьюджи на миду, найс, я фулл фри буду стоять, хорошо. Ога! Нифига, пуджи хукают. Пуджи на миду. Пуджи хукаются, бабки лутаются. Смотри, какая хорошо тоже застопчили. Какая хорошо. У нас Риджи бой умер. Сразу умер. Сейчас. Как он умер? У него сердечный приступ, что ли, был? Ну, просто быстро умер. Он первый. Аркадий. Рейнджевой крип Аркадий, да? Но ты не забрал его, он задонайл сейчас. Рейнджевой крип. Смотри, как они слаженно донают. Ну все, гагай. Все, гагай, кстати. Антонио, ты же помнишь, что тебе нужно эгоним? Да. Я попробую барабишки выкормить. Барабишки? Да, Володька, барабаны и замакшенная Дегенаура. Понял? Какая? Деген. Есть такая аура. Деген аура называется. Mm-hmm. Вот, замакшенная. Все ясно. Ясно. Ну я заданайл, что потерял лицо, все верно. Разменял крипа на лицо. В принципе, стоило. Конечно. Потерял лицо. Это если бы я на стриме начал люто материться и всех посылать. Потерял лицо, называется. Это если бы ты себе засунул огурец. Нет, это не потерял лицо, дядь. Это называется... Это называется верчу как хочу. Как много крипов, капец. Давайте соло экстра крипов там. Ты сейчас четвертый апнешь, а у них третий будет. Жестко их нагнем. Да, жестко. Да, хин, ты скатился. Огурец это сильно, конечно. Не-не-не, реально, по факту говорю, если предложат там, я почему нет, газану. Надо. Это очень хороший стимул, реально, чтобы себя в физическую форму отлично привести. Я сейчас начал заниматься этой темой, но... Какой стимул? Огурец себе засовывать? Не, ну слушай, раз сказал, нет. Давай поподробнее, что ты готов делать, вот что именно? Почему я сейчас должен это с тобой обсуждать? Ты что, спонсором хочешь выйти? Не, ну ты стой, нет, куда мне... Куда мне деньги кидать, да? Ты же по факту говоришь, что я готов, ну что, на что ты готов? Не знаю. Просто голи быть, голи. Красивого мальчика покажу. О, мальчика, которого ты в подвале своем спрятал. О, не договаривались, не говорите. Кажется, почернело в глазах. Да, да, да. А я умер, ты рак? Ты рак? Ты рак? Ну, как обычно, короче. Так, пацаны, немножко соберитесь. Мы собраны. Антоха не доигрывает. Да. То, что Антоха не доигрывает, это, в принципе, не ново. Антон всегда так играет, да. Антоха, посерьезнее. Там хорошие ребята, да? Нет. Ну, не, вообще, если так, ну, как бы, вроде нормально стараются. Этот, Абадон и Сэмка. Да, они молодцы. Подбор игр хороший произошел. Так, мастерство хорошее. Так, разброс мастерства. Разброс мастерства. Разброс. Разброс порядочности. Ноль. Разброс порядочности 0, это первая дота. Ну, приветствую. Так, есть. Хорошо, я тут подстакиваю. О, не надо, надо, не надо вот это вот. Клипать сразу, рассылать по всем этим. Вот это, знаешь, звук. Вот это звук из скрина. Муть-муть. Кто-нибудь заклипайте это, пожалуйста. Они по-любому не видели, что там произошло. Хорошо. Прикинь, какой там мощный сюрикен, что он так может тебя украсть. Урдалак, урдалаку. Друг, товарищ, корм. О, реген. Реген. Но тебе он не нужен? Мне не нужен, я фулл Э. Фулл, пати, гер. А напомните, что ганим дают тут на эксу? О, или... О, ничего себе. Давай, тупо, тупо. Меня точно? Да. Ну чё, ну хаваешь кого-то, людей? Брыгинь, а если бы ты ему рипл килл, он же не может засуицидиться. Кстати, я так и хотел, ну ты понял, да? Всё, понял, базару нет. Жесть, какие.
Многоходовочка. За ногу кусаешь, репел отменяешь. Магоходовочка? Что? Не, я тебе давал, думая, что у него ульт есть. Типа он укусит. Не-не-не, норм. Я тут перекейсил хорошо. 60 крипов есть. Смотри, что происходит. Жар птица. Жар птица душит. Ясно, нельзя на секунду кири оставить. Ну, в принципе, удачи. Дядь, от тебя на Найксе требуется, по сути, только аганим. А там уже посмотрим. Ты будешь сидеть просто. Арбалет не собирать, да? Как нет, хочешь. Смотри, если у тебя тяжелая игра сейчас, то играйте, а там дальше камбэкнем. Я хотел просто после армлета собрать. Да, давай, давай. Все нормально. Все идет своим чередом. Армлет на пятый. Все по стандарту. Джасик, Хабибка, РГ. Джобу. Блобу-джобу? Ты поаккуратнее с такими словами. Осуждаю, да, я ж, ты что? Я ж, как я могу сказать что-то такое? Я осуждаю вообще максимально то, что я говорю. То есть не это, это only content, это only fun, не более. Это only fun, да. Все верно. Нет, но это юморное шоу Хинозес ТВ, все, не более. Тут нет ничего страшного, страшнее ЦМ-ки. А что усудительно в фразе blowjob вообще? Просто работа руками. Нет, работа по выдуванию. Blow — это дуть. Дуть, да. Задувочные работы. Подожди. Слушай, ну неплохо, в принципе. Так, пойдет. У меня тут фарм идет нормально. Ой. Ты доволен? Да, да, я очень доволен. Всем на улице, пойди расскажи. Прям сейчас на улицу высовываешь лицо свое. Я доволен, кричишь. Я на пятом этаже. А чё нет, чё нет, чё нет? Не-не-не. Челлендж? Пупо, папо, кейпо. Давай, ломай. Не, не та песня. Ладно. Сосиски! Нет. Я там... А если я ему репел дам вот Абадону, он тоже не сможет умереть? Или как это будет? Интересно, кстати. Через иммунитет с заклинанием. По-моему, он все равно нанесет себе урон. Проверим. Я тебе дам репел, а ты мне... Пошел, договоры пошли. Дипломатия — это мой конек. Что будет? 3 рубля и печенька. 3 рубля и печеньку. Не, ну если печенька, там и без 3 рублей можно, лол. Так, мамезия имеется. Кинем у репела. Да я, да, так мы не проверим. А, ну, кстати, давай. Кидай. Не, снимается. Кидай. Снимается. Обидно. Обидно. Абиба. Абоба. Амоба. Абобус. Амобус. Абобус. Сразу видно, кому-то меньше 16 лет здесь. Мне 9. Сразу видно, у кого-то меньше 16. Ха-ха, сразу видно. Опа, понеслась. Я просто пришел по 2 тычки, дал пацанам. А вот этот Амогус есть даст ты? Забавно он бьет. Не знаю, это просто смех. О, я... смотри, он хил потратил год ЦМ-ку, разворотим ее, потому что у нее сейчас ульт будет, мы не сможем это делать. Блин, это так смешно. А, у тебя, не, у нее ульт. У нее не, есть ульт, не будет, мы их ничего, мы им типа ничего не сделаем. Во. Ну почему, я-то неуязвимый под своей рагой. Блин. Хотел сказать кое-что. По-моему, он умирает. Нет, хорош, йоу, Антонио. Антонио! Ой, тут пушишь! Я тебя бросаю. Не бросайся. Ясно, я ливаю, короче, он меня бросился. А вот теперь я могу еще с Феникса. А, то есть потому что я умер. Вот теперь да. Сейчас разультуется, да. Надо убить его. Блин, бафчиком не промахнул. Ема, он ее выхилил, ты видел? Фулл хп просто, да? Реально на фулл хп выхилил. Ой,
У него раскачанный койл. Так, это ж офигенно. Койл раскачанный. Койл. Тоня душит на Стокгольме и что-то там еще. Я тебе фул ману сделал. Ману? Ману. Ману дал, маму дал. Я бы спел, но там мата есть, я бы не буду петь. Не надо петь. Мата, да. Блин, они давят, да, вас? Помощь нужна. Помогай, help! Не, подожди. Сначала надо... О, вот это наш. Сейчас на него... А он диспелит сейчас. Абадон диспелит. Не диспелит. Давай, ломай ему. Скролл порты 10 секунд. Вы там подкидывайтесь просто, я сейчас левел возьму и понеслось. Ема! Что я увидел? Что я видел? Я еще хил не смог дать, потому что я в тучке. Анвак, да. Аркадий, я остался один, всех убили. Хорошо. Задача выполнена. Да, это очень хорошо. Как у тебя хукнул так? Ты видел, это реально матрица. Только в обратную сторону. Ты мне ту таблетку выпил. Все, я готов к вам идти. Это был не морг. Все это время. Если что. Готов узнать, как глубоко кроличья нора? Что вообще сегодня происходит? По-моему, там нашего... Что-то инородное засовывают. Блин, они нормально давят, да, нас? Ну да, все, мы проиграли. Хорошо. Я левела апнул хорошо. Ну так же интереснее даже. Да-да, у меня сейчас башер будет еще. Я что-то не могу оторваться от крипов, прям так вкусно. Оп, выбил рез. Жестко, плюс мощно. Ну ладно, что ему скиллы давать, он все равно дохнет как собака. Чуть-чуть притормозите. Ой, прости. Очень много. Душнило. Они не фармят просто пока что. Они не, потом а проиграют. Что мне делать? Вот убивают моих чё? Я все даю, они все равно умирают. Что будем делать? Так, ладно, внизу башер, да, мой полетел? Хорошо. Я сейчас вниз ТП дам. У меня если украли что. Хлеб. Вот тут. Вниз дашь? Тогда мы будем тут драться. Я согласен. У меня на хил и на рипл один есть. Главное, чтобы пуш не вытянул. Он тут где-то. Меня. О, у тебя башер? Это чей башер? Это моё. Моё изи. Это твоё? Я ТП на топ дал. Блин, ну я вниз. Не надо. Вниз надо идти, дядь. Их тут четверо. Ладно, окей. Их тут пятеро, да? Рипл есть? Есть. Делай грязно. Dirty mind. Skibidi dog dog. Yes. Йоу. Нормально. Что за спам на вставочку просто? Собака закусала под сплэшами. Я такой, зачем я прилетел? Это все баф затащил. Да. Но, мистер Фиш. Но, мистер Фиш. You don't want to go to your family. You go to this. Хе-хе за дык. О, we don't call a police. Ладно. Ты что, не помнишь это? Я не знаю, откуда это. Он не знает, ты все врешь. Не было такого. Все он знает. Придуряется. Антонио. Чисто это. Ями. Я. Гуй. Тяжело вздохнул так. С тяжелой ноши, да? Долая ноша. Так, пацаны, предлагаю сейчас скооперироваться немножко. Не узнаешь почему, не больно. Если меня сейчас убивают, ну это все какая-то... Так, иди вот сюда, иди в мид, иди. У меня сейчас будет укус ноги. Посильнее. Вы сейчас инфест-бомб. Императора кидай мне. Ой. Есть. За императора! Подожди, ну у меня тут еще 400 секунд. Надо байт. Байт? Успешно выдал. Встаньте перед хуком, гений. Не встали никто, я умираю. Я умер. Есть дасты? Понеслась, короче, ультую. Хорошо, в миду тут напрягу кого-нибудь. О, бафа нет. А, есть баф. РП дали. Чё, каталашку? Каталашку отпинал? А у нее гост. Она гост нажала, у меня герой. У нас в госте стоит. Я думаю, ничего себе ты каталашку аимишь.
А там он как этот, как не знаю, как рваняк какой-то. Герой начинает. Он начинает влево-вправо сам бегать, то есть, понимаешь, ты тут надо настолько много жесткого микроконтроля, чтобы он прям не бегал влево-вправо, и чтобы можно было нормально. Она гасту нажала и тыкаешь постоянно, он бежит, отбегает. А что за рваняк это? Рваняк. Это рваняк какой-то. Это анекдот из детства какой-то там. Презервативы, рваняк, коляска в подарок. Что-то такое. Было слишком мало лет, чтобы понимать. Нет, типа детская, лол. Что там, аганим скоро? У меня уже барабини есть. Барабини и Володьку еще. А куда? Ты что? Я бомж, откуда у меня столько? Эй, найс хук, дружище. Найс хук. Я бегу помогать. Оу, найс хук. Найс хук, бро. Найс дик. Найс. Как же он ломает жестко. Ну дай, сделай что-нибудь на магнусе. Да нет у него ничего. Я ускорю его. Не надо, оставь. Все, фармите, ё-моё. Ладно. Тут можно прям красоту на вставочку делать. Красота же есть. Нахожу вар, 100 сабок в твич. Не нашел. 100 сабок в твич, то есть это много денег. Сколько у тебя сабка стоит на твиче? У меня, не знаю, ничего не стоит, я же ничего не настраивал. Все бесплатно, дядь. Все только для вас. По факту. Заходите на Twitch, дорогие друзья, лучшее качество, лучшая модерация в чате. Кстати, Twitch стал стабильно мне выдавать 1440 качество. О, а до этого постоянно. А до этого постоянно он как хотел выставлял. Я не знаю, от чего это зависит. Может, что-то поменялось, типа там партнерка вот эта и все тому подобное. У меня начало нормально не кидать меня, так сказать, начал. Там же было, типа, был анонс. Ну, Twitch там по настроению просто выдает, типа, захотел. Ну, лол, это же бред какой-то. Там на топе, по-моему, хотят. Не хотят. Я хочу. Я хочу. И ничего там ничего дальше нету. Я хочу просто. Я хочу тебя. Блин, Цемка. Ты сможешь? Цемка, конечно, с гастой первым артефактом это интересно. С гастой. Да. А если я ей, когда она гол жмет, я ей репел даю, у нее гол спадает? По-моему, да. Итак, на такие доти. Давайте, ну чё, вы умные, давайте мне точно ответ. Мне кажется, что нет, но я хз. Первая дота. Короче, твой ответ нет, а Аркаш ответ да. Будем проверять, кто прав, кто нет. Тыщ. Проигравшего на мыло. Я Егу заберу, но мне нужно поинт-бустер нафармить. Давай. А чё ты куда, типа? Надо поинт-бустер нафармить, говоришь. Я жду, пока она гост нажмет. Ей репел дал. Хорошо. Если Рошана добиваю и... О. Получаю золото. Кусать жестко. Антонио, я бегу. Так, крош на скайде. У тебя деген в какую? В четверку, да? Хорошо. Да, я жесткий. Хорошо. Да, это я. Отлично. О, жесткий лоу-лопу. И? Отлично. Есть. Хорошо. Хорошо, 18 минут, такие слоты, это прям очень жестко. Можно прям такую хорошую вылазку сделать. Под байт хороший. Мне чуть-чуть, да. Да, гонима. Ладно, го я забайщу. Подожди. Вот сюда, мувнитесь, видите, они все нанизу. Пойдем. Или? Пойдем. Меня сейчас выхукают, тут вард, видишь? Меня сейчас хукнут. Я готов. Все, забафал, найс. Как думаешь, он тут один? Ну, я надеюсь, нет. Жесть. Я проверить не могу гипотезу. Просто укус ноги. Прокусил немножко. Ну, сильно на самом деле, больно. Ну, больно кусает, да, но у меня перефарм какой, посмотри. Но это пока без Найкса и без замедла жестко. Да. Там просто... Просто потом 1x5 выходить можно будет.
закусал. Опять. Ты как будто ты ими манипулируешь. Кем ты играешь? Ракми. Так, ну чё, по традиции даю репе. Блин, нормально, так 300 урона с ДДшкой. 350. Актепы. Аганим есть. Ну и все, омника в себя запихивай. А, есть Володька. Володьку добейте, дофармите Володьку. Мне чуть-чуть, мне чуть-чуть. Барабаны, Володька. Потом Кирасу. Шивас. Наги, 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 маки. Так, а что мне тогда собрать? Шарт, наверное, бахну. Тогда в тупую. А почему ты Сашу Яшу не купил? Да нафиг она нужна? У меня МС 650. Не-не-не-не-не-не. Скади и Дегена хватит. Там вообще лютое замедло будет. Все, я готов. Жестко. Плюс мощно. Рады? Бери меня, Антоха. Сек-сек. Бери меня, Антоха. Сек-сек. Мне уже есть 16. Давай. Залази. Поехали. О! Блин, а что так тепло? О, печень. А чё у тебя с печенью? Чё у тебя с печенью? Нормально, фильтрует. А, чё, что-то будет, как будто бы. Да-да-да. Эти уже мертвые. Ну, кружись вокруг нее. Стекло не попади. Стекло не попади. Не работает. А дэмэджа столько много инкамит, что кусками просто отхватываешь. Я иду, помогу. Я понимаю, но все равно жесть. Блин, ну наваливает жестко. Мы наваливаем бас. А подписчик дал бы стан в Хена. Да, точно в тебя. Это ж не подписчик, поэтому и не в меня стан. Ты еще побежал бы Феникса, чтобы тебя Феникс постелил. О, это надо Омнику гем вложить. Чтобы автодетекшн был. Вложите в меня, все. Засунь в курицу, я возьму. Ой, бро. Три кури на базе. Да нифига я нормально регенюсь. Так, смотри. Огромное количество, просто считай под бафом 300. При том, что у меня на дэмэдж, по сути, ничего нету, кроме армлета. Сейчас в чате напью, вообще-то, башу даю дэмэдж. Именно вот так. Мемчик вот этот, смайлик, когда палец вверх показываешь и очки. Там обычно с матерью что-то связано. Он вообще толком нифига не дает. Блин, это не горит стрелочка надо мной, что во мне кто-то сидит. Я тебя уверяю, я внутри тебя. Ничего, и внутри меня, что-то странное. Такой, ты вошел или нет? Я не чувствую. Просто видели, на месте стоит. А это, кстати, не она фармила. Смотри. Они просто на месте стоят. Честно, все боятся, даже не пытаются убежать. Но там просто невозможно уйти, там как будто 90% замедло. Осторожно, злая собака, по факту. Опа. Реально очень жестко тем, что ты просто не отпускаешь. Если одну тычку даешь, ты уже не отпустишь. Под деген аурой, под этой. Мне принесли бульон. Я сейчас буду кушать. Перекус... Перекус помощника Хинозеса, че? Нет, я так сразу, ну, прикинул. Я внутри тебя просижу, походу, до конца игры, но мне как бы все равно еще. Я еще молодой. Вылези, Антоха, да пусть гем даст. Запихни в себя, есть слот, да? Возьми гем. У кого? Кто там дает? Гем на Иксу. Все, залазь обратно. Хорошо. Универсальная машина, все умеет. Год и два сломаем. А что такое буйок, Абдушка? Ты сказал, тебе буйок принесли. Бульон. Или... А, бульон.
Был буйок. Буйок, ты думал, сидел все это время? Был буйок? Какой еще буйок, который в море типа ставит? Буйок. Там с моря принесли, выловили, и он сидит и лутает его. Да, зачем? Зачем, просто реально. Ох, Магнус, конечно. Что дот удал? Актер, собаку вытянули, ребят. Сейчас армлет, если включу, успею. Живу. Жесть. Зачем паузу ставить? Блин, ну это жестко. Просто... Он очень жестко загрыз, просто нереальное количество дэмэджа. И отхил еще лютый пошел, когда Найкс, еще там Володька, вот это все прям очень жестко. Тыщ. Лагает, да, у тебя обдушка? Тяжело играть. Прими меня в себя. РП на вставочку было, кстати. Так, ну хватит этой парашки. Идем паровозиком. Я придумал, что мне делать. Я сейчас поставлю бинды, типа актеры вперед, актеры назад, и буду сидеть нажимать на кнопочки. Жалко, в общий чат нельзя. Так, ребят, у меня есть вопросик. Нужно еще Abyssal, так, возьму, окей. У меня еще куча артефактов, на самом деле, которые нужно собрать, чтобы сделать волка-машину. Я хочу бабочку собрать еще. Давайте сейчас бабочку сделаю, наверное. А так вообще тебя убить могут они. Могут, могут. Сейчас очень жестко меня почти слили. Мне стоило только со стана выйти, армлет я с выключенным армлетом был. Включил армлет и убили. Там вы, я конечно, не обратил помогли. Внимания. Чего? Ты под момом был тогда, когда тебя вытянули? Да. Вот. Мом поменять надо на сатаник. Но это не сейчас. Сейчас бабочку взял себе. Кто-то в лесу там еще видел? Вон. Леорик фармит. Иллюзия, наверное. Пойду побью. Иллюзия. Включай ульту, догоняй. Да это иллюзия. Все равно догоняй. Бутерфурул есть. Найс, жесткий затар получается. Бутерфурункул. Бутерфурункул. Так, смотри, Гафен, байт. Как наяривает, а? Еще сплэш, это 300 урона просто, 340 урона. Мне еще нравится, когда армлет включаешь, там один дэмэдж добавляется, короче, тупо за счет Володьки. Дамага возрастает, процентовка повышается. 353, 285. 353 и 85. Так, есть. Феник забайтит, можно делать вещи. Попробуем. Все, стоим, ждем. О, смотри. Понеслась. Блин, как же он грызет. Ай-яй-яй. Вообще жесть. Этот никуда не уйдет уже. Смотри, он будет на месте стоять. Смотри. Лагает, да, обдушка? Вообще жестко. Жестко очень. Очень жесткий вот под этим перефармом, под аурой, деген аура, как хотел. Прям жесть. Ты нормальный? Оставайся сильным. Так, смотрите, что еще по артам? Abyssal. Сюда, Abyssal. Бешеная собака. Так, окрови. Оу. А тебе вот цифра 1 симпатизирует? 1. Нравится? 3, наверное.
Ну ты 3 смерти хочешь на игру или 1? Не, ну в идеале 0. В идеале прям хотелось бы в 0 смертей сыграть здесь. Это в идеале. Ну так неинтересно, давай, надо разок. Просто так иду. Блин, там сплэш этот, как он душит жестко. Казалось бы, ну, просто у меня 400 урона, чтобы вы понимали, при том, что у меня остается еще артефакт, два артефакта сатаник надо, и еще один жесткий арт какой-то. Но еще муншарт можно забафать еще, у меня вообще на самом деле тут три артефакта еще надо. У нас на Магнусе 12 лет типу, как мне, ровесник. Серьезно? Угу. Молодцы. Ну, он, кстати, пишет, мне 12 лет. Так. О, за сколько ты, кстати, его заберешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 секунд ровно. За 10 секунд Рошан. Рошан, а что если Рошан за 10 секунд? Да я еще не бафал двойку, там 50 урона. Так-то. Это ты еще форму не жал? Да, еще в форме. Тут вот был. Не было. Так, мне нужно заменить мом на сату и купить, скорее всего, кирасу. Еще купить один артефакт вместо армлета. Жесть, у меня артов на самом деле нету, если по большому счету подумать. Реально, артефактов нету. А что, может, помоги другу? Будете фласки кидать? Тогда. У вас есть арты? Я только 2000 накопил. У меня денег нету. Могу 2000 накупить фласок. Пока не надо, я сейчас... Ну, мы типа в общем можем предоставить 1800 денег. Сатаник сейчас. Хочу выхорнуть. А ты в дэмэджи не потеряешь из-за сатаника? Сатаник наоборот добавит дэмэджа мне. Он же ж... я ж силач. Ну я знаю, но все равно мом. Мом, мом это мом. Просто 4 тычки вышел, дал. Мне кажется, он недоволен, что его закрысили, как он обычно крысит. Собаки гем. По-моему, это, ну, Антоха про тебя. Я не. Да. Получается, у нас собака в собаке, скиплись. Версута у нас есть. Чё-то два, наверное. О! А что есть? Вот собачья команда. Оставь же ты, отключи ты лазер этот. Я хотел на кухню ее отправить. 400 урона. ЦМ-ку. То есть ты хочешь сказать, что все девушки на кухне? Нет, я этого не хотел сказать. То есть я правильно понимаю? Ну понимаешь правильно, ну. Я так же подумал. Ладно, сейчас, секунду, сейчас. Чисто, знаешь, как пишет контент. Сидит, кушает там, чаечек пьет. Так, ну, сатаник, давайте сейчас сделаем сату. Записал, да, Блюшка, последние слова? Да, да, да. Сейчас, секунду. Все. Хорошо. Сейчас. Звонит кому. Алло, Роскомнадзор. Это хрен! Да, я пошутил. Я думаю, кредит не позвонит. Прости, что она думает на это еще. У меня хлеб упал. Может, меня диффузят? Я ел. Алло, это хлеб? Назад, назад, актеры. Да-да-да-да, нормально. Динай. Не-не, я засейвлю, у меня есть кнопки. Чё они стилят, так неинтересно. Жесть, ты бой с тенью скрипа. Чисто в крипа не попадаю. Подставь потом музыку из боя с тенью на эти несколько секунд. Если напомните, я подмонтирую. Кстати, дэмэдж 999. Попадание 0. Да-да-да. Чисто Артём, как его звали там? Клич... Нет, хотел сказать Кличко. Надо на ТПшке, на Магнусе и на Фениксе, если что, от нас стороны подхапывают. Так. А почему мы, Антоха, деньги не лутаем, если мы вложились?
Блин, вам вы заметили, вам же ж не дает вообще за убийство. Мы вообще ничего не получаем. Вот ты типа провел файт, я получил, не знаю, монет 200, наверное. Типа, скорее всего, считает, что вы ливнули. А здесь инвестиции вот такие невыгодные. Так, пойду Рикимару, кушу сатаник, и остается два слота еще. Скорее всего, это будет Кираса и Тараска. Как ООО, Мавроди, только ААА, Аркадий. МММ. О, Асу. Мари, попал. Или Антоха вложился бы в МММ, если бы это сейчас было? Конечно, у меня в этом опыт есть. Тонко вообще. Только я, наверное, понял. Я тоже помню. 500 урона у меня просто с руки, ребят. Скажу, на урон ничего нету, если что. Эй, в смысле? Ну-ка, все вместе. Так, я хочу Кирасу. Блин, очень лютые слоты, прям очень дорогие, одни из самых дорогих слотов и очень прям лютые. Итак, Дота Викторина. Самый дорогой арт после догона. Поста нужно без сапога. Я думаю, что так много слотов надо, у меня же сапога нету. Эх, вы дураки. Абиссал? Самый. Ну да. Ты посмотрел, пошаркал. Нет. Да, клянусь, чем угодно. Клянусь. Вот это вот. Пойдем здесь драку сделаем. А ты допер сам? Не, ну я знал, что Абиссал я не говорю. Мудал молодому, да, нам пустить? Да, пустите дорогу. Да, молодой, да. А кто из вас старше? А, Ксен. Антони старше. Че, серьезно? Насколько? На 10 тысяч лет. Секунду. Перцем подавил. Перцем подавился. Антонио, ты зачем в него перец засунул? Да блин, заплатил, потому что. Ой, просто по 1200 криты и все. Я бегу, дядь. Бегу, догоняю. Блин, просто невозможно уйти от него, когда он в форме. Реально невозможно. Тем более еще с Деген Аурой. Вот такой звук смешной трансформации у него. Ой, хорош. Вот этого, гоу. Эй, когда... На вставочку. Вставочка. Развернется он? Хорош. По молоток ей упал на лицо. Да, найс. Да зачем паузу? Ну, у меня сейчас не лагало, Антох, я не знаю. Это сейчас, ну... Так, так это не ты ставил. 5000 есть. А, это вообще Джасик поставил. Ну да. Не, я думал, ты просто. Когда ты спросил про самый дорогой арт после догона, у меня хотел другое сказать вообще. Но я вспомнил. Нет, я хотел, просто я вспомнил, что мы на стриме Азеса, поэтому не стал озвучивать самое дорогое, что может быть в этой жизни. Я думал вот так вот. Так, Кираса до кучи есть. Ну почти. Шард баф. Кираса сюда. Так, у нас... Я знаю, в доте мамы нет, насколько я знаю. Осуждаю. Знаешь, тебя осуждаю. 40 армора, нифига у меня. Почему только в доте? Че, пацаны, Кираса, наверное, вместо армилета, как думаете? Кираса бафнет. Кираса, да, Кираса это все, да, это, да. Ты же без этого, ну, вообще не убиваешь, как бы. Смотри, там замедляется чисто. В инвизе, под Деген Аурой. А подожди, а сколько у него? Стой, дай посмотрю, не убивай. 103 у него, 103, Месса, 103 и 5. 103, пацаны. Человек понял эту жизнь. Он стоит на месте, он не убегает, он не боится. Он смотрит страху в глаза. Ударил я разок. Жесть, это Рики был? Это Рики, нет, это лесной сатир.
Герой с самым высоким приростом в офкасе. Привет. Здорово. РП будет? Хорош, мужик. Да. Раньше трава была зеленее, деревья выше. Ты чё там раньше трава была лучше. Запутался в контроле? Давай, ломай, ломай! Вылази, ломай, юзай, Guardian Angel, вылази, Angela юзай. Нет. Да, алло, 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 да контент ладно, не руиньте, ладно. Поехали. Ладно. Да, по-моему, мы, ну, типа, не осилим. Осилим. Ой. А, у меня хила все равно нет, так что беги. Да, я отхожу. Подтанкуем. 11 секунд ближайшие. Мне, капец. Я отойду. Отходите, 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 отходите. Все, все, гетбэкаем просто. Найс, почти сломали за заход. Тебя выплюнуть или как? Выноси, выноси отсюда, у меня МС маленький. Еще один заход сделаем. Возьми меня. Блин, жестко, да? Все равно танкует, 40 армора дают о себе. Ты изменяешь мне? Да. Спасибо. Ну да, я. Пацаны, подефим? Там. Омник минусом. Абдушка, мы тебя не дефим. Да ты же убегал, чё ты развернулся? Да я хотел его убить. Я хотел нафидить, да. Так, гем остался у Найкса, да? Хорошо. Хорошо, так, 30-100. Рошан, кстати, встал. Рошан встал. Надо этот, блин, поменять армлет на что-то. Го мы скинемся, купишь. Я не знаю, что. Понимаешь? Что-то хочется крутое. Феникс тоже сфидил. Да можно Тараску, наверное, нет? Дэмэджа даст. И фонтан можем сломать. Воу, Тараску, не? Да с Тараской изи фонтан, на самом деле. Я думаю, что-то в тему, но не молнию. Или... МКБ? МКБ... Атос, Атос. Точно. Да МКБ, блин, Буриза, нет. МКБ, нет. Рапиру, что ли? С рапирой вообще легкая будет. Как будто сейчас тяжелая, да? Просто хочется что-то балансный какой-то, красивый билд. Вторую бабочку добери, тоже нормально будет выглядеть. Красиво. Элегантно, стильно, да? Че, аппетитно, стильно, вы залазите в меня? Антонио, ты что там? Обнушка где? Мне что-то 400 купить. Давай я что-нибудь куплю. Подожди. Мне не надо. Могу пайп. Надо подумать. А, нет, у меня денег. Денег нету. Денег. Блин, или молнию таки сделать. Давайте молнию, наверное, да? Там Рошана бьют они. Все-таки, наверное, молнию сделаю. Антонио! Дамага, правда, упадет немного, но возрастет скорость атаки, в принципе, мы закомпенсируем. Давай, что, я забираю? Всаживаемся в тебя, Аркадий, полный. Давай, давай, давай. Кушай, да, кушай, да, кушай. Поехала. Ты меня в репел можешь есть, я думаю, нет. Сейчас, молния будет. Ты молнию решил? Да, все-таки молнию. Ну пусть будет, типа, на скорость атаки. Будет, блин, жалко одного крипа. Типа дэмэджа, смотри, 415, 3700 хп. Сейчас скорость атаки вообще будет. У меня сейчас скорость атаки 0.41. 0.34 теперь. То есть 3 тычки за секунду я даю. Так, мид сильно толкать не буду. Вот сюда давайте. 400 урона, жестко. Сатаник, бабочка. Надо, чтобы они мид отпулили и понеслась. Сатаник сейчас Team Spirit играет. Да, кстати. Кстати, можно еще с сатаником взять что-то. ББББ. Я сейчас возьму сатаника чего-нибудь. Волка желательно. Волка найти. Сатиры. О, зафармить. Дай мне контроль, волком. Я хочу быть волком. Подожди, ауф. Безумно можно быть. Я бы сказал, в чем. В Симен. Да, 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 безумно можно быть в Симен. Нету, да? Финова. ДД. Волка найти бы было бы хорошо прям. Ну сейчас посмотрим, если нет, то нет. Пойдем Рошана просто, не будем затягивать. Все, тут я газанул.
Кого Рошана заберем? Блин, нормально так качнули. 500 урона. Сейчас еще импауэр. 600 урона. Чего можно? Быть. Безумно. А это только тебе, я же. Никто не видит, кроме тебя. Я адресату вам вижу. Да. Я умный. Чего там? Переписка у вас любовная? Не, там безумно можно быть. Только на русском. Все имя только на русском. Дай волка. Да надо волка найти, да. Волка найти надо. Семейство собачье. Да, а он тут не забирал ничего. Ясно, да. Ладно, гоу, гоу, пофиг, без волка. Дай катапульту хотя бы. А ты хотел доминатор собрать отдельно еще? У него есть. Нет, доминатор. У меня, я разберу, возьму волка и соберу. А оно... тут разбирается задание, кью? Да, но тут все арты почти разбираются сейчас. О, семен. Где волк? Тут чек. Нету, все, все, найс. А они тут не спавнятся, да? Нет. Вот эти два кемпа, которые зафармлены, спавнятся. Опа, нашел. О, дай контроль. Хочу быть волком. Хорошо. Все, можно, в принципе, смело давать минуса. Вот здесь вот. И в колодец. Можем прям, мне кажется, даже и под колодцем подраться. 630 урона. Крутой герой, 637. Ооо. Ну ты на уверенности, да, стоял? Типа не боялся. Точно. Что с ним такое? Он залагал? Алло. Аркадиус? Да, да, я тут. Я просто стою. Там вард, да, стоит? Хук был. Там хук, конечно, знатный пролетел. Прям над ухом просвистел. Че, погнали, фен байтит? Я не хочу ломать мид-тэшку. Понеслась. Страшно. Лёрика надо в спине. У нас низ падает, если что. Есть деф кто? Ну, не знаю, вылезти кому-то надо будет. Ну, может, вообще хрен снимать? Может, хрен снимать? Просто... Ой, а вот это... Нормально, нормально, я, нормально. Я пока не могу тянуть. Я в кучу часов. Вылазите, погнали. Добиваем. С волками. Теперь я действительно знал. И низ, низ ТП есть? Есть, есть. У тебя. Хорош. Ема. Нормально дали контент пацанам. Теперь я действительно зол. Теперь я действительно... О, найс ТП. Он отменил. Он отменил. Он очкошник. А я его не потяну, походу. Да бей, бей, у бей. У него рефрешер еще. Очкошник тоже. Давай бей его. Не бойся. Блин, но получилось в любом случае жестко, ребят. Согласитесь. Мне что нравится, мой волк тоже бафается, сумон мой. Тоже быстро побежал. Не настолько быстро, как я, конечно, но... Псина прибежала. Покусала. Псина прибежала, покусала. Ну, в принципе, я думаю, на этом достаточно. Прям очень грамотный, красивый контент им дали. Вот это мне нравится. Не а бери. Ты можешь убегать от меня? Я хочу проверить кое-что. Вот, подожди, подойди сначала. Не бери прошу, меня. Ребят, просто влево беги. Беги, беги. Просто беги. Ой. Давай еще. От КД вперед. Там, короче, прикинь, в одну анимацию можно и первую, и вторую дать. Сейчас, стой. Давай, бронжет, стой. Вот. Беги. Нет, он не дает, жесть. А почему я тогда ему смог дать? Я в анимацию одну дал ему. Залазьте, погнали, я 1x5. Они погнали. Где волк? Попробуем. Го туда. Опа, цементка стоит тут. Я пешочком бегу пока. О, она без госты уже будет.
Хорошо. Да, это ей уже. Не, не надо, не надо, не надо. Я сейчас зайду в колодец, понеслась. А там же нету его. Ну да, колодца нету так. Она права. Руби, руби деревья. Да ты можешь туда подойти, где она стоит. Она вот там справа, видишь, уступилась. Ниже чуть-чуть. Да вот нету тут ничего. Закрыто все. Она убежала. Очкошница. Да стой! Не могу! Понял, отменить атаку. Ой, РП полно жадно. Вай-вай-вай. Спаника нету. Она сейчас, блин, конется. Куда? В таверну? Хорошо. Она бежит тебя, давай к тебе направо. Крутануться. Две секунды он везет хотя. Или он на нее нужен. Они там на топе реки. Ай-яй-яй. Ты сейчас сдохнешь. Нормально, сатаники есть. Давай-давай-давай. I'm here right now. I'm here, baby, right now. Но я вылез, потому что испугался. GG. В принципе, можно, ребят. 50-0-10, я думаю. Жесткий люкан. Не, реально, очень жесткий люкан получается. Если прям все грамотно, правильно комбинишь, прям получается нереально крутой люкан. И, как видите, полностью это подтверждаем. Очень жестко то, что никто не может уйти под аурой Омника, потому что когда Омник сидит в Найксе и Найкс сидит в Люкантропе, это все работает, плюс ауры, плюс Владимир дает очень жесткий буст, и в целом герой становится, ну, прикиньте, а если бы этот герой был метовый, он бы был бы еще жестче, то есть условно, если бы КД шлась быстрее, ульта, да, там всякие вот эти микромоменты, то было бы намного круче. Но в целом, получилось как получилось, ребят, напишите свое мнение обязательно в комментариях, понравилась ли вам такая катка или нет. В целом, что бы вы тут добавили и что бы вы тут исправили. Ребят, вам понравилось как? Нормально посидели АФК? Ну мы там PlayStation установили, у тебя внутри поиграли, нормально. Я понял, но Антонио не слышно. Да, его как всегда. Антонио. В целом, ребят, на этом все. С вами был Ксеназис и до скорого. Всем пока. Ворвался. Всем пока.